По словам Владимира Верхошинского, благодаря реперу Моргенштерну было оформлено 162 тысячи электронных карт, а средний возраст оформивших карты составил 19 лет. Как считает финансист, эта категория клиентов будет выгодной в плане работы в течение последующих 2-5 лет. HR-специалистам банка становится проще в процессе привлечения новых талантов. Больше информации доступно на нашем сайте.